Прогульщики, тихони и отличники. Гражданская сеть «Опора» и Одесский комитет избирателей проанализировали работу депутатов Верховной Рады Украины от Одесской области. Специалисты определили, кто из народных избранников чаще других отсутствовал на пленарных заседаниях. Меньше других работал на своих участках и не спешил разрабатывать законопроекты. Фамилии и цифры далее в сюжете. Из 16 народных депутатов, представляющих Одесскую область в Верховной Раде, ни один не посетил все 169 пленарных заседаний. Наименьшее количество пропусков у Антона Кисе и Василия Гуляева, 8,9% соответственно, а наибольшее количество пропусков у Ивана Фурсина и Евгения Дейдея, 49,40% соответственно. Большинство же народных депутатов Одесской области пропустили около трети пленарных заседаний. Благодаря веб-сайту «Вони голосуют для тебе» каждый может узнать, какую политику поддерживает тот или иной депутат, просто увидев, каким образом он голосовал за те или иные вопросы. В первую очередь это свод достаточно значительного числа голосований с законами, связанными для продвижения вопроса по безвизовому режиму с ЕС. Здесь чуть больше половины одесских народных депутатов в той или иной степени поддержали принятие таких законов. При этом ни один народный депутат системно, то есть максимально, не голосовал за такие законы. 10 из 16 депутатов от Одесской области никогда не поддерживали отставку Кабмина. Зато только четверо народных избранников от нашей области выступили преимущественно против отсрочки электронного декларирования имущества топ-чиновниками. Это Иван Фурсин, Александр Урбанский, Евгений Дидей и Сергей Фаермарк. Часть депутатов голосовали за и против. В частности, это Чикита, Голубов, Гончаренко, Унгурян и Скорик. Остальные никогда не голосовали против. Проанализировали и законотворческую деятельность депутатов Одесской области. Наибольшее количество законопроектов подано Иваном Фурсиным и Эдуардом Матвейчуку по 36 законодательных инициатив. На втором месте Виталий Барвиненко и Василий Гуляев по 28 законопроектов. Наименьшее количество законопроектов у Александра Пресмана, а также Леонида Климова. Но, несмотря на повысившуюся активность депутата в области в плане законотворчества, значительное число проектов снимается с рассмотрения. К тому же некоторые депутаты предпочитают творить законы, не касающиеся вопросов своих комитетов. Геннадий Чикита входит в комитет по экономической политике, в который подан всего один законопроект, а наибольшее количество законопроектов этим народным депутатам подано в комитеты по налоговой и таможенной политике, а также по промышленной политике и предпринимательству. На оглашение результатов пригласили всех народных избранников области и членов политических сил, имеющих представителей в Верховной Раде. Пришли четверо. Также присутствовали и эксперты, которые посоветовали аналитикам включить в будущее исследование уровень критики законопроектов, внесенных депутатами на рассмотрение. Наталья Костенко, Алексей Барановский, 7 канал.